Здравствуйте! Сегодня мы с вами начинаем коучинг по созданию музыкальной открытки. Сейчас мы с вами зайдем на YouTube канал. Так, затем мы с вами зайдем на Google, найдем, где у нас блогер. Так, сейчас мы зайдем на Google. Сейчас почему-то YouTube канал, сервис работает по-другому. Вот мы зашли на Google, вот здесь есть вот такой значок, нажимаем на него и заходим на блогер. Заходим на блогер. Так, зашли на блогер. Вот здесь у меня вот открыточки уже есть. У вас, может быть, нету, если вы не занимались этим. Вот я вам покажу несколько открыток. Какие открытки мы с вами научимся делать за 3 дня. Открытки эти вы можете в открытке также вставлять ссылочки и отправлять своим, значит, друзьям, знакомым, незнакомым людям. То есть ссылочку на свой сайт, ссылочку на YouTube канал, ссылку на вот такие вот открытки мы с вами будем делать. Сегодня мы начнем делать открытку с днем рождения. Столько вкладок. Так, дальше, значит, мы с вами зашли на блогер, я показала вот открытки. Теперь мы с вами переходим на рабочий стол, делаем документы, папочку делаем, создаем папку. Папку музыкальная открытка. Иди ко мне. Вот в эту папочку мы будем с вами сохранять картинки. Подготовим картинки к музыкальной открытке и сразу сделаем второй документ. Второй документ у нас будет текстовый документ. Так, ищем текстовый документ. Тоже его назовем музыкальная открытка. Сюда мы с вами, значит, будем сохранять стихи дни рождения и рамочку с HTML-кодом. Идем на Яндекс. Кто работает с Гуглом, можно на Google. Ну, кто с каким браузером работает, тот так там и работать будет. Так, ищем картинки. Картинки с днем рождения. Картинки с днем рождения. Вот картиночки. Хочу сказать, что на Гугле мы, значит, можем картинки добавлять с анимацией. То есть там работает анимация, можно делать очень красивые открытки. И поэтому мы сейчас будем искать такие вот картинки с анимацией. Вот, посмотрите, сколько у нас вышло картинок. Вот столько много вышло картинок. Также можно картинки на прозрачном фоне. На прозрачном фоне картинки называются JPEG. Вот. Выбираем картиночки. Например, выбрали картинку. Это я примерно. Сохранить изображение. И сохраняем, значит, в папку, которую мы, значит, с вами сделали. Так, нашли такую картиночку, да, с днем рождения. Теперь мы ищем картинку. Так, картиночку. Разделители нам нужны. Разделители. Горизонтальные. Разделители горизонтальные. Так, горизонтальные. Так, ищем разделители. Тоже, значит, гифку возьмем. Ну вот, выбирайте на свой вкус, конечно, какую вы хотите. Так. Вот, нет. Вот на прозрачном фоне. Вот мне нравится вот этот разделитель. Я его сохраняю.
И вот сюда у меня уже сохраненный такой есть. Значит, вы сохраняете. Теперь ищем подарок. Мы же с вами будем предлагать в конце, чтобы забрали подарок. А вот в этот подарок мы и будем вставлять ссылочку, на какую, куда мы хотим направить. Или на сайт, или на свой YouTube-канал. Вот, ищем подарок. Также подарочки выбираем такие, чтобы были красивенькие, да. Вот. Вот этот подарок. Вот видите, какой подарочек. Можно тоже выбрать. Вот, вот этот подарочек можно выбрать. Я вот сюда его. Так. Выбрали подарок. Выбрали разделители. Выбрали. Так, выбрали картинку с днем рождения. И, значит, теперь мы идем на YouTube-канал. На YouTube-канал. И на главную страничку. На главную страничку. Вот она, главная страничка. А если есть свое видео, можно свое видео поставить с днем рождения. У меня есть свое видео. Если у вас есть, тоже можно поставить свое видео. Это будет еще лучше. Если нет, значит, любое видео. Видео с днем рождения. Выбираем видео с днем рождения. Вот. Ну вот такие здесь, смотрите на свое усмотрение, там какое вы выберете. Ну, например, я возьму вот это. Мы, значит, вот нам нужно HTML тоже. Так, сейчас рекламу пропустим. Сейчас пропустить рекламу. Вот HTML-код, правой кнопочкой нажимаем на видео. Вот смотрите, копировать HTML-код. И идем опять же в текстовый, уже в текстовый документ. В текстовый документ. Открываем его. И вот сюда вставляем HTML-код. Это вот у нас YouTube-канала. Запомните, он не такой длинный. Так, а тут пишем рамочка. Рамочка, чтобы нам помнить. И вот теперь мы с вами будем искать рамочку. Так, рамочку с HTML-кодом. Пишем рамочки. Рамочки с HTML-кодом. С HTML-кодом. Ищем рамочки с HTML-кодом. Ага, рамочки с кодами. Вот так сюда. Нажимаем. Так, тут у нас новогодние рамочки. Нам новогодние пока еще не надо. Мы будем искать с вами с днем рождения. Так, тут пейзаж. Вот какой красивый. Красивая рамочка. Да? Так, рамочка. Ой. Это что такое? Так. Вот рамочка. Больше к осени подходит, да? Это вот зимняя рамочка. Опять зимняя. Вот зимняя рамочка. Это зимняя. Ну, это так. Не очень. Ну, в общем, вы поищите, да, с днем рождения. Вот. Да, можно даже, вот знаете, напишем мы сейчас. Так, здесь у нас какие рамочки? Так. Вот такую рамочку можно. Видите, вот голубенькая рамочка хорошая. Значит, мы копируем HTML-код. Копируем HTML-код. Так, копировать. И теперь опять же мы с вами идем вот в этот текстовый документ. Сохраняем HTML-код. Вот. Так, подождите минутку. Так, HTML-код. И сейчас сюда мы с вами еще сохраним стихи. Стихи с днем рождения.
Так, где-то у меня вот здесь были, да, по-моему, стихи, вот стихи. Вот стихи, поздравления с днем рождения. Вот такие, вот много-много стихов. Выбирайте, какие вам нравятся, пожалуйста. Ну, я вот выберу вот это, например. Ой. Также опять копируем. Копируем. И сохраняем. Вот здесь вот сохраняем. Вставляем. Так, вот у нас стихи сохранились. Вот это мы уберем. И вот сохранились стихи у нас. А, значит, на кнопочку нажимаем «Сохранить». Вот у нас с вами сохранилась вот HTML-рамочка, HTML-код YouTube-канала и, значит, стихи. В этой папочке у нас картинки для музыкальной открытки. Мы с вами сделали заготовки. Сегодняшнее занятие у нас заканчивается. Завтра мы с вами уже начинаем делать музыкальную открытку. Если есть у вас вопросы, пишите мне в личку, пишите в скайпе. Я вам всегда помогу и расскажу. Всего вам доброго. Желаю вам творческого успеха, потому что делать музыкальные картинки – это очень интересно, это захватывающе. Я даже могу иногда и не заметить, как ночь пролетит, просидеть и сделать музыкальную открытку. И поздравления друзьям, знакомым – это очень приятно. Всего вам доброго, до новых встреч!